Здравствуйте, дамы и господа. Я рад вас приветствовать на турнире Krabby Cup. Это у нас первый раунд. Играют команды Under Sugar и M&M. Я немного опоздал, простите. У нас уже есть баны первые и пики. Первый бан у нас это Invoker и Лич от команды M&M и Devour и Magnus от команды Sugar. Простите. Так. А по пикам у нас это Шейкер и Энигма у команды Undersugar, причем Шейкер был first пиком. Я надеюсь, парни за него отлично играют, поскольку у нас профессиональные доти Шейкера не часто пикают, так мы можем полюбоваться его игрой здесь. И от команды M&M у нас Леон и Дазл. Два саппорта, как в одной команде, так и в другой команде, только один вопрос. Ой, простите, пожалуйста, мне сейчас сообщили, что команда не M&M, а просто ББ. ББ, правда, парни, нам не сказали, какое у них расшифровывается название. Так, сейчас, секундочку, на стриме поменяю название. Так, Edit. ББ. Ой-ой-ой, не так поменял. Во, сохранить. Так, отлично. И у нас есть два бана уже от обеих команд. Это Void и Juggernaut от команды ББ. И Doom и Alchemic от команды Undersugar. Я их буду сокращенно US называть. И по пику Bristleback у нас у ББ. Это Hardliner, скорее всего. И Lifestealer залетает у нас от команды US. Это у нас будет Кэрри. Это отличный Кэрри, который... уже, с, ну не с первых минут, но с получением хотя бы Арнита, уже очень такая фрагозарабатывающая машина. Так. Капитан команды ББ Секси Бой Ёпта думает у нас, кого бы пикнуть. Им осталось пикнуть мидера и еще одного кэрри. Ну, как по мне, так стоит, когда будет бан, забанить Пака или Штурм Спирита, потому что Лейстиллер с Паком или Штормом это такая фест-бомба, причем неплохая. Хотя, когда у Нигмы появится Даггер и у Шейкера, если все-таки появится Даггер, Лейстиллер может быть в ком-то из них, и тогда будет опасно. И нужно взять какого-то кэрри. Вертолет бы хорошо залетел. Ну, правда, парни у нас не профессионалы, и я не знаю, как они играют за вертолета. Поэтому мы сейчас сами увидим, кого они пикнут. Почему-то уже пошло дополнительное... Нет, знаем, почему мы пошло дополнительное время, но почему-то парни еще не пикают. Походу, они в раздумии. Вот этот пик Лайфстиллера их ввел в такое... такое состояние. Так, 50 секунд у нас остается до конца пиков. Давайте. Отлично, Луна. Луна тоже хороший кэрри с получением Эклипса. Она может разбирать саппортов очень легко. Да и Лайфстиллера. И Акс у нас. Акс у нас будет стоять, скорее всего, Хардлайн. Хардлайн такой хороший. Когда он прокачает свою крутилочку и на первых левелах, будет очень тяжело против него стоять ближникам. Если, конечно, они будут стоять против него. Ну, в принципе, нам нужно посмотреть, как будет стоять харда. Ой, не харда, простите, а трипла у каждой команды. И вообще, будет ли трипла у команды US. И каждая из этих команд осталось пикнуть по мидеру. Я предлагаю забанить Пака команде ББ. А команде US, ну, не знаю, забанили бы какого-нибудь... Даже не представляю. Ну, Пак залетает в одну и в другую команду прекрасно. Он ставит свою ульту, потом Луна начинает ультить, и все прекрасно. Ну, хотя, в принципе, может залететь. Он не в бане? Нет, не в бане. Кто может залететь? Блин, забыл, кого хотел назвать. Отлично. Простите. Ладно, сейчас посмотрим, кого забанят. Парни, походу, в сильном раздумье, кого банить. Тоже у нас это будет. Мистер Шуга, давай, решайся, кого же забанить.
Давай, давай, давай. В Доте сегодня произошло такое прекрасное обновление. У нас изменены настройки. Достаточно прикольно теперь выглядят они. И в игре, когда поиск игры, можно сундучок какой-нибудь открыть. Забанили Нюкса. Ну, я бы не сказал, что это правильный бан. Возможно, не рассчитывая, что ли он пойдет на мид. Это возможно, но, скорее всего, маловероятно. И у нас осталось по каждому, по последнему пику от каждой команды. И начнется битва. Напомню еще раз, это первый раунд Krabby Cup, Best of 1, команда BB против команды Undersugar. Вот у нас Ember Spirit, вот он будет у нас на миду стоять. Очень сильный лейт у команды BB. Кто же пойдет на мид, кто же будет уничтожать Эмбера? Вайпер, ну такой себе. Так сказать, его не все очень любят, поскольку некоторые считают, что он имба. Но его не забанили, значит его можно брать, и правильно сделали. У команды US отключился один. И сейчас опять придется ждать. Поскольку они сразу начал транслировать, вы не знаете, что эту игру перезапускали раз 5 или 6, поскольку один человек или два не могли загрузиться. Давай. Ну сколько можно, ребята? Отключился, переподключился. Шейкер. Give me mana, Котл. Отлично. Сейчас у нас будет пауза. Мы пока можем посмотреть, кто на ком играет. Арелима у нас играет на Эмбер Спирите. Дестройл Брист у нас. Леон Тень. Секси Бой. Это капитан команды. На Луне, простите. И Мист на Дазле. Так. Другая команда. Это у нас была команда ББ. Команда Undersugar. Легионер на Аксе. Блудрейн у нас на Шейкере. Мистер Шуга, капитан команды на Вайпере. И не Олень у нас играет на Лайфстиллере. Amazing играет у нас на Энигме. Amazing, есть такая прекрасная песня у Kanye West и Jay-Z. Она мне очень нравится, но ладно. Ну, какая кура у нас. У нас раньше гриволы были у всех, а теперь у нас у всех кабанчики. Их нельзя ни передавать, ни продавать, и что делать. Так, что у нас тут с курой? Кто же у нас тут куру купит? И как же пойдут по лайнам, пацаны? Давайте, хоть кура у вас круче. Что такое, пацаны, сколько можно? О, как вы достали уже. Так, так, так. Какие-то парни долгие очень. Так, варды, шейкер. Ладно. Как расстановка по лайну. Стоп. Неужели это будет трипла в сложную? Хотя... вообще непонятно ничего. Ой-ой-ой, прекрасная кура собачка у нас. Собачка. Так, ладно. В принципе, как я и говорил, у нас идет фармить гуля в легкую. Так. А, спасибо нам, админ сообщил. Так, Шейкер у нас идет с лайфстиллером, Энигма идет туда же, только непонятно, Энигма пойдет в лес или будет стоять на лайне, отпугивать у нас Бриста. Да, у нас Брист пошел хардлайн, Эмбер на мид, и Луна пошла в триплу наверх с Дазлом и Леоном. Все, в принципе, как я и говорил. Так, Юас, капитан команды... не захотел стопить крипов. Мистер Шуга. Так, давайте. Где же у нас руна появляется? Ой, ну сколько можно? Так, хоста у нас появилась. Ее забрала команда Undersugar. Почему-то у нас отключился шейкер, но никто не стал. Стоп, у меня показывает, что шейкер отключился, но шейкер бегает. Что это такое? Ладно, ничего. Поехали.
Как у нас будет стоять каждая трипла? Шейкер с фиссурой. Гуля у нас... Ой, Гуля без Аджора. Походу, пацаны хотят... Гуля в Мидас пойдет, понятно. Против Бреста будет тяжеловато стоять. Шейкер. Шейкер. Ой-ой-ой, парень не вкачал пассивочку, опасно. Гуля, да иди фарми, что тебе еще надо? Вот Эмбер на миду фармит. Фармила знатный. Так, Энигма. Да, как и в принципе все говорил, Энигма у нас пошла в лес фармить эталончиками. Так, что у нас тут? Акс. Акс дамажит хорошо. Ну, тогда отлично все. Луна фармит, Гуля фармит, все фармят. Признаки НИФ и Б ничего нету. Парни. Ну, блин. Не люблю я, конечно, потную доту. Но экшен еще лучше. Ну вот Брист у нас, кстати, подходит к крипам. Причем так хорошо подходит. А, Акс не вертелку на первом левеле вкачал. Это, возможно, ошибка. Ой, вот у Акса появился первый крип. Хардлайнер. Ну да, трипла могла бы и получше стоять. Отводиков не делают. Но тут тоже... Ой-ой-ой, фиссура. First Blood забирает у нас Lifestealer. Не Олень забирает Дестройера. Брист. Как так можно было? Зачем ему было вылазить так далеко? Стоял бы себе под тавером, опыт получал иногда. Но зато бы ФБ не отдал. Так, у Lifestealer у нас как раз таки хорошие задатки на быстрый мидас. Ведь ему остался только рецептик. Ну, хотя Лайфстиллера тут и забрать можно. 230 хп. Ну, нет, его долго забирать. Так, ДД у нас сверху. Что тут на миду? Эмбер. Энигма. Ну, что такое? Шейкер. Куда он у вас гонит, парни? Ну, сколько можно? Ладно. Что тут у Луны? У Луны 12 крипов. Это топовый крипстат на карте. За 2 минуты. Да, согласен. Ой-ой-ой, Lifestealer. Ой-ой-ой, Гуля, ну как так можно? Ой-ой-ой, Шейкер хорош. Так, ладно, что у нас тут? Так, Кура что-то принесла. Так, у нас будет собираться мека от Леона. Луна у нас с пассивочкой Бим. Ну, Луна фармит хорошо, скажем так. В отличие от Lifestealer, Lifestealer 5 крипов, почти третья минута, парень... А, ну понятно. Ой-ой-ой-ой, Шейкер, Шейкер! Энигмочка сейчас бы вышла, было все отлично. И выходит Энигма... Кстати, Lifestealer, далеко не уходи, давайте, давайте, пацаны. А, нет. Брис научен. А вот у нас, кстати, отводики. Зря я говорил, что не делают команды. Вот команда ББ сделала отводик, а Андершугар не делает. Ну, хотя, в принципе... Так, не лень у нас отхиливается. Ему 500 голды осталось до Мидаса. С Мидасом у него фарм будет уже отлично идти. Так, Луна у нас... Надеюсь, не через Мидас, потому что, ну, фигня ваш Мидас. Нужно нормальные артефакты собирать, с руки наваливать. Вообще супер. Гуля, что такое? Соберись, парень. 21 крип у Луны, 10 у Гули. Это капец, какая разница большая. Потом просто выйдет Луна и наваляет Lifestealer'у. Что-то агрится Брист, очень агрится. Вот так вот пару раз получит. По жопе. Замедлялочка, станчик. Вот тебе и все. И второй фраг для... Нет, это уже фраг для Эрдшейкера. Как неудивительно. Луна фармит, а Брист фидит. Ну как так можно? Там же пацан потеет, добивает все подряд, а ты берешь просто и фидишь. Не стыдно тебе, хардлайнер. Два танка, бутылочка. Ладно. Бывает, что у нас тут у мидеров? 14 на 13. Вот у мидеров все ровно. Мидеры, в принципе, одинаковые по скилл... Нет, крипочков Денайт они, конечно... Ну, даже крипочков Денайт они одинаковые, но все равно не очень много. Хотя больше, чем у Кэрри. А вот, кстати, Хардлайн хоть и проигрывает то, что два раза умер, но он как-никак забрал 9 крипов, а у нас Акс всего 2. Вот что значит... Ой-ой-ой,
Леон забирает Акса. Блин, я чуток пропустил, простите. Так, что у нас тут у Луны? Райс Бенд, Boots of Speed и 1200 на руках. 1200. Так, Гуля Мидас уже прилетел. Интересно. Уже идет, идет. Пацаны, уже третья минута, Куру как бы можно апнуть уже. Вот в одной команде она апнута, во второй команде она не апнута. Так, у нас тут выход на мид. Что же будет, что же будет? Ничего не будет. Можно сказать, тактик пауза была. Так, скажем так, у нас в обоих команды хардлайнеры какие-то фидеры. Умирают только они. Так, еще нет. Блин, Гуля. Ну как его взяли в команду, пацаны? Что за хрень? О, Мидас. Проюзай, Мидас. Что ты делаешь, Гуля? Проюзал бы Мидас и дальше бы... Капец. Да уж. Я ожидал большего. Ну да ладно. Интересно, сейчас... О, проюз... Блин, ну зачем нужно было уходить, куда-то походить, а потом вернуться и все равно проюзать Мидас? Так, ну ладно, что у нас тут? У нас Дазл хочет загонкать Вайпера, но у него это очень плохо получается. Вайпер у нас уже с 6-м левелом, с ультой. И пора уже Вайперу уходить на ганк. Блин, я опять пропустил, как забрали Акса. Акс, Акс, Акс. Вот, у нас теперь два хардлайнера на фиделе. Так, у нас тут на карте Дазл сейчас спалит регенку. Да, спалил. Сообщил в чате команде. Вайпер 7-го. Так, что у нас тут? Брист. Брист фуловый почти. Акс. 4-й левел. Аксу нужно первый скилл вкачать. Так, Дазл пошел на отводики. Луна фармит. У Луны 39 крипочков. 40. Это почти в 2 раза больше, чем у вражеского керри. Ну, пацаны, блин. Гуля, как так можно? Что ты творишь? Boots of Speed себе купил, Magic Wand. Надо еще собрать. Ладно. О, Embers DD, ганг, ганг. И все? И все? Маны не хватило парню. Зато сейчас Эмбер может по крипам догнать. Так, так, так. Нет, ничего у нас тут интересного не происходит. Опа, нашли Акса опять в очередной раз. Но Акс уходит. Акс все-таки как-никак, у него уже 7 брони. Ой-ой-ой, Гулю забрали. Ну что за хрень, что за... Ну главное, ФБ не пропустил, а остальное... А... Так, Denied крипочков. Вайпер, 29 крипов, 25 крипов у Эмбера. Так, что у нас у Энигмы? Она фармит, фармит, только 24 крипа нафармила. На уж. Да уж. Эть, а я не добил, не добил. О, катапульту зато забрал. Так, Брист. У Бриста у нас 1100 голды. Интересно, во что он заходит. Так, Вайпера. Ой-ой-ой, связал. Ой-ой-ой. Лучше бы он этого не делал. Отлично. Вайпер забрал Эмбера. Очень плохая от Эмбера была задумочка. Ну да ладно. Так, Луна у нас почему-то боится подходить к Аксу. Что же Акс у нас тут? Акс у нас горелку вкачивает. Ну, Акс какой-то папский Акс. Ой-ой, Луна решила бивом подфармить. Ганг? Не, не ганг. У Бреста нету почти маны. И 1300. Что же он себе собирает? Так, у нас Леон кура несет. Что несет? А, ботиночек. Отлично. Так, что у нас тут у Луны? Луны, ой, ПТ, Мидас. Ну, кстати, Луна заметно лучше фармит. Гули. 9-я минута, у нее 50 чем-то крипов уже. И для нее тут стакают. Так, по левелу она 6-го левела. Гуля у нас... Вот Гуля тоже 6-го левела. Все потому, что Гуля умер. Эмбер пришел на ганг Энигмы. Ой-ой-ой, Энигмочка. Энигмочка отхватывает. Ой-ой-ой. Гуля, что ты делаешь? Лайфстиллер. Блэк Холл в одного. Лайфстиллер сдохнет сейчас.
Ой-ой-ой, залез скрипочка. Отлично, пацаны. Вот это уже понимаю было что-то. И лайфстиллер замешкался, но все равно выжил. Сейчас. А, его еще и захилили. Вообще супер. Все в шоколаде. И у Нигмы есть уже Блинк Даггер. Блэк Хол был в одного, но в нужного, так сказать. Так. А Луна до сих пор фармит. Лучше б, конечно, сейчас Луну забрали, пацаны. Гуля, чё за хрень? Давай фарми. Шейкер. Тавр пушится. Да. 600 хп осталось у Тавра. Так, что же Кура несет у нас Луне? Луна, Луна, Ring of Aquila. Нормально. Аквилу. Ой-ой-ой, Эмбер, Эмбер, Эмбер на Гулю. Фиссура. О-о, станчик, станчик. Фиссуркой. На развороте. Бам. Ой-ой-ой, Эмбер. Эмбер надамажил, Брист забрал его. Сейчас еще можно, кстати, забрать у нас кэрри вражеского. Хотя, так что у нас куре... Ой, у нас куре много чего. ПТ у нас приобрел себе Брист. Энигма. Луна Акса забрала. Акс, сколько... Ой-ой-ой, Луна какая там налеканная. Так сказать, в каждой команде есть свое слабое звено. В одной команде Акс слабое звено и Лайфстиллер. Хотя нет, даже не Акс, а скорее всего Лайфстиллер слабое звено. Кэрри, который, ну, не очень хорошо фармит. Акс не очень хорошо хардлайн отстоял. И, по-моему, Акс не лучший выбор для хардлайна. И Акс вроде 6-го левела уже, но все равно ходит на этот хардлайн и все. О, Брист отмазался, что у него лагает. Лагает ужасно. Ну, бывает. Эмбер на миду фармит. Ну, Эмбер у нас с вайпером одинаково, только... Ладно, уже можно общую цену исключать. Нетворс. 5... Ну, на 1000 гулю перегоняет Луна. Но у Луны счет 1-0-2, а у Лайфстиллера... Где Лайфстиллер бегает у нас тут? 1-1-2. Если б не эта одна смерть, было все прекрасно. Энигмочка 1-0-3. На ФБ поучаствовала уже с даггером. Осталось только Меку наварить. Иллюзии сейчас подберет еще. Не, не подберет. Оставили Шейкеру. О, отлично. Блэк Холл есть. 20 секунд до Блэк Холла, лишь бы они там не встретились. Я хочу Блэк Холл увидеть. Блэк Холл. Отлично, фиссура. Так, это минус 1. Точно. Ой-ой-ой, Шейкер. Что за хрень ты сделал? Ой-ой-ой, Акс. Просто в землю вколотил. Так, у нас тут Лайфстиллер дерется. Но, Лайфстиллер, что за хрень? Крипа, власть. А, нету власилки. Понятно. Гуля-гуля. Пацаны тут стараются, убивают. Так, тут уже Эмберс ДД. Вот Эмберс ДД сейчас может реально очень много дамага внести. Поскольку у нас у Нигмы всего 700 хп. У Вайпера уже 1000, конечно, это побольше будет. Но у Шейкера 900. Вайпер Меку собрал. О, я ожидал немного большего. Так, Акса нашли. Акс... Ой-ой-ой. Блэк Холл! О, да, Блэк Холл по двоим какой... Ну, хороший Блэк Холл, блин. Луну надо было забивать, парни. Ай-яй-яй, отлично. Луну убили. Ну, я чуток так за команду болею Андершуга, оказывается. Ну, не знаю, мне радует каждый замес. Это хорошо, не потная дотка. Пацаны не фармят, а ходят по лайнам, убивают друг друга. Крипочки-таверки пушат. Тавырки, голдишечка. Так, что у нас тут? По опыту у нас 2000 андершуга впереди. По голде у нас более 3000 андершуга. Ну, это вот один тавр, второй тавр. И не потеряно ни одного тавра. Ну и, конечно, два фрага. И посмотрите, у нас уже по нетворсу вперед вышел Лайфстиллер. Как бы я ни говорил, какой он плохой кэрри, но все равно... Куда он заходит? Акс! Что ты делаешь, Акс?
Ой-ой-ой, Акс в землю вбил. Отлично. Это хорошо. Мне кажется, команда ББ посыпалась. Ну, хотя, в принципе, Акс инвиз... Ой-ой-ой. Зря он это сделал, походу. Можно было в Шейкера ультануть, вдруг убил бы. Так, у Шейкера даггеры не собираются быть. Да, злобейте. Оп, застанили. В землю воткни. Да, Акс. Прости, Акс, я в тебе ошибался. Эмбер, что же у нас сейчас будет? Так, подходит еще Нигма. У Нигмы Блэкхола пока нету. Есть даггер, есть арканы. Что у нас тут? Так, крипы подпушивают тавер. Так, куда у нас луна пошла? У нас ее будет выфармливать сейчас доминатор. А потом с доминатором стак аттеншентов. Так. У Гули у нас уже есть... Ну, Boots of Speed как был, так и остался. Но сейчас еще Армит появился. Так. Брист, Леон и Эмбер стоят у нас на миду. Подходит Дазл туда еще. А Луна себе фармит. Вот Луна знает, что если не нафармить, будет плохо. Потому что нужно чем-то парней уже забирать, а у них нечем. А парни расфармлены там. У Лайстиллера какой счет? 1-2-4, 3-0-4 у Вайпера. Нужно было ганкать мид чаще. Ни одного ганка не было, кстати, как от одной, так и от другой команды. Это, ну, ошибка, скажем так. Ну, может, не очень большая, но хотя, судя сейчас по Вайперу, это очень большая ошибка была. Что у нас тут у Вайпера? 1100 сверху. Это не считая фьюзов, мейки, врейсбенда. Ну, смог 100. Голды, конечно, такая штука. А что у нас Эмбер будет собирать первым артефактом? Ой, луна. Фьюзы, пурменшил и бутылочка. Явно видно, как хорошо фармил Вайпер и как... Плохо Эмбер. И по нетворсу это тоже заметно. 5300 у Вайпера и 3300, это получается на 2000 больше у Вайпера. Хотя пацаны стояли на миду и крипстат был ровный. Но ганки от Вайпера были намного лучше. Так, Энигма у нас продолжает фармить лес. Что же она будет собирать следующим артефактом? БКБ? Ну это получается такая Энигма не саппорт, а кэрри. Так, у нас как обычно Шейкер вылетает. Обидно будет, если команде нечаянно засчитают тех луз. Ну, хотя, в принципе, я думаю, если они вчетвером будут играть, будет нормально. Хотя вот с новым обновлением парни говорят, что дота лагает. И это как-то странно. Valve, fix this, please. Так, луна у нас фармит дальше. Ай-яй-яй. Ай-тя-тя. У Луны своя дота, 85 крипочков. Так, Дазл ультанул, теперь они, скорее всего, будут заходить. Нужно кого-то забирать команде ББ. О, Акса забирают, отлично, приду. Ой, нет, Акса они еще не забирают. Акс там продамажил, так продамажил. Ой-ой-ой, они... Оу, двоих заблэкхолили. И все. И это минус... Минус два? Да, минус два. Блэкхол, конечно, был неплохой, но можно было бы и получше. Блин, нужно уходить. Потому что минус Шейкер, Вайпер, хотя бы ты выживи. А нет, Вайпер сейчас может еще забрать. А нет, Вайпер сдохнет. Да уж. Как команда сейчас ББ сделала все хорошо. Но я даже не сказал, что эта команда ББ хорошо все сделала, просто все очень плохо Андершуга сделали. Шейкер то отключается, то подключается. Так, Гуля у нас... Ну, у нас лайфстиллера не было в замесе, 1800. Луна разрушила тавер. Ой-ой-ой. Оп, оп. Да, отли... Нет. Чел нормально так. Сколько у него хп осталось? 60 хп. Акс забрал бриста. Блин, я это провтыкал. Акса даггер? Нет, у Акса даггера нет. У Вангуард у Акса. Вангуард и собирает себе... Блудмейл, интересно. Интересно. Ему бы даггер с даггера влетел или лотар. Ну, даггер получше будет, чем лотар. Лотар контрится, а вот даггер не очень. Так, луна фармит стаки, что ее настакали. Доминатор у него уже 900 голды сверху. Луне нужно БКБ, чтобы никакая фиссура. Блэкхол дамаг не наносил. Вайпер сильно там не доставал. Так, что у нас тут?
Вайпера, кстати. Орчит? Или рефрешер? Ну, в принципе, скорее всего, орчит. Рефрешер тут не сильно зарешает. Ой-ой, Вайперс ДД — это такая мощная штука. И с пассивкой. Так, ой-ой-ой, Энигмочку у нас забирают. Ой, Энигма, Dagger out. ТП out, Dagger out. Луна фармит. Ну, Луна пока что фармит, а команда ее бегает по карте, развлекает соперников. А вот Ластилер у нас, ну, Гиперстоун нафармил уже. Сколько у него? 78 крипов. Но по нетворсу, смотрите, как Луна его уже начала догонять. И когда вылезет Луна из леса, она будет поопаснее. С каким-нибудь Мантастайлом. А лучше всего БКБ, Эклипс, и начинается. Месиво. Так, какой там у Луны? 11 левел, это второй Эклипс уже. Вторая пассивка. Вторая пассивка на 2 вкачена. Так, походу сейчас будет замес на миду. Акс. Акс. Брист. Чё у Бриста? Брист себе на хп все, но ему бы на броню что-то. Всего-то 10 брони. У Леона Мека уже есть и Транквилы. Эмбер Персеверанс. Значит, он будет себе собирать... О, как же его... Батл Фури. Чё я все время забываю? Вот фигня какая-то. Дазл. Дазл с арканами. Вот Дазл плохо. Все плохо. Акс просто зашел бы на ХГ и спалил бы. Ну что? Капец, это опасно. Шейкер у нас без дайгера, но зато с ультой, с фиссурой. Ой-ой, Шейкер. Аккуратно, чтоб не спалили. На, станчик. Дазл. Ой, Меку проюзали. Ой, Бристом. Залезь в кого-то. В Энигму залезь, Лайфстиллер. Лучше зайдите на ХГ, пацаны. Ну что такое? Ай-яй. О, Black Hole почти... Вот это месть! Отлично! Вот это да! Team Vibe. Хорошо. И Луну забрали, и всех забрали. Здесь зарешала Энигма. Ее прекрасный Black Hole. Ай, блин, кайся, пацанчик, я в тебя верю. Хорошо, трипл килл от мистер Шуга, Вайпер. И это, скорее всего, ГГ будет уже. Потому что после такого отделаться достаточно тяжело. Когда уже по XP у нас 4000, чё всего 4? Чё так мало? И по голде 7,5. Вот у нас, если так посмотреть на графики, то у нас... Графики ползли вниз, но после этого замеса они вверх поползли. Как бы так сказать, мидер вражеской команды, а точнее команды ББ, не очень себя впечатлил, потому что нетворс 4400 для Эмбера — это очень мало на 21 минуте. Когда у чела, который стоял на хардлайне, 6500. Но у Шейкера тоже не фонтан, он агонимся собирает. Пошел бы лучше в Dagger, было бы еще круче. Энигма, Black Hole с Dagger, а потом Шейкер, ульта, фиссура. Нормально. Так, Луна Эклипс не потратила. Поэтому сейчас... Ну, первым дамаг нужно забирать сразу Луну, как... Акс, Акс, кричи! Кричи, братан! Ой-ой-ой, Акс не успел заорать. Луна, Луна отхватывает, отхватывает Луна. Динь-динь-динь-динь-динь. 3 в 2 размен в пользу команды ББ. Ой, 3 в 1 уже. 2 в 1 было, простите меня, пожалуйста, я ошибся. Склазил, возможно. Блин, кайся, Энигма. Энигмочка, Энигмочка. Ой-ой-ой, минус Энигма. Это 4 в 1 размен. Подкопчик, на тебе. Тычечку еще. Так, Луна у нас фармит. Но Лейстивер так нормально нарезал по Луне, но... Видимо, сначала нужно было саппортов убивать. Потому что команда неслаженно сделала все, они били каждого по одному. А нужно в одного дамаг весь писать, и тогда будет легче, когда соперника будет уже 4. Ну, и Брис тоже молодец, питался дамага нормально. Так, Луна у нас в БКБ. Ой-ой-ой, Акс. Как хорошо я посмотрел. Так, что у нас тут? Так, что у нас у Акса? У Акса у нас Блудмейл, Вангуард есть, Ринг оф Хелс. Вот чисто танк, просто такой.
жирный парень у нас, бронированный. Так, да вот что-то совсем чуть-чуть осталось вайперу. И у него 13-й левел. Ну, конечно, ультра... Ой, трипл килл тот был хорошим. Так, по XP у нас 2500 команда Undershugar ведет. И чуть более 5000 у нас тоже команда Undershugar ведет. У нас есть еще Рошан, ни одна команда его не забирала. Удивительно, да-да-да, парни. Я ж вам о том же. Так. Акс ДД бежит. Что у нас сейчас будет? Ну, Эмбер просто может убежать. Отлично. Ну, убежал Эмбер, и все. Это было предсказуемо. Да, завтра у нас, пацаны, еще игра есть. Rage Gaming, и смотри, что папа делает, играет в 7 часов по Москве. Смотри, что папа делает. У них там пацан на некролите задрот. Любит пофармить. Идти в Easy Line и выиграть его. Так, что у нас тут? Если вы смотрите мой стрим, подписывайтесь на канал. Так. Эмбер. Эмбер, ой, Эмбер последний крип и будет Battle Fury. Отлично. 25-я минута, совсем тайминговая. Ой-ой-ой, Акс через чур загрелся. Хорошо. Ой, Акс, ну что за ульта? Вот что ты делаешь, парниша? Взял, просрал свою... Ну, хотя, в принципе, пока он воскреснет, ульта почти откдешится. Но все равно, это был фейл. Так, Луна у нас по нетворсу впереди теперь. Но, есть одно но. После Луны идет 4 игрока команды Undershugar. Команда ББ... ну, не очень фармит. Огоним силен собирает. Кстати, уже две части есть. В Курек что-то Дазл улетит. Дазл у нас с Огоним, что ли? Нет, не Огоним. Медалька есть, классная штука. Что это, Юла будет? Да, Юла. Что-то я сразу не понял, что Юла. Сделал вид, что... съехал с темы. Что у нас вайпер Орчит принес, Hood of Defense у нас у Акса. Акс еще больше может вытанковывать. А у Бриста что у нас? Один танк против другого. Тоже Худ Владимир, Hood of Defense. Но у Акса еще есть Vanguard и Bloodmail. И Акс так нормально по нетворсу впереди. Гуля... Вот Гуля с Луной идет очень ровно. Так, сейчас мега... Залетай, Энигма, залетай! Ой-ой-ой, по троим Black Hole. Фиссура! Бам! На! Ай-яй-яй, не успели Луну забрать. Ой-ой-ой. Ладно. Хотя бы кого-то заберите, пацаны. Бриста забрали. Блин, как же все было не очень хорошо сейчас сделано. О, Ластиллер забрал. Блин, Луна на хитах выжила. Ой-ой. Энигма Даггер. 3 секунды Даггер. На. Энигма хорошо. Еще и так хорошо довернуло, что не забрал... О, не попало в ульту. Так. Лайстиллер, Гиперстоун Башер, Арнвит ПТ. И 2300 сверху. Интересно, он пойдет в Кирасу, Мьёльнир или соберет Абизл себе сразу? Я бы такое, что собрал себе Мьёльнир. Кирасу я бы дал Аксу собирать. Хотя Аксу и так есть что собирать. Шейкер, опасно. Да, получил он бимом по голове. А, Брист побежал. Ой-ой, Акс. Ай-яй-яй, Акс. Что ты сделал, Акс? Ой-ой-ой, как же он проседает. Как же проседает у нас парень. Эть, Луна. Луну бей! Бей Луну. Ай, сдохни. И Тавр не забрали. 3-1 размен. Но все очень хитовые остались. Как обычно, вайпера не было в замесе, вот никто и не подобивал. И у шейкера не было прокаста, а точнее маны не было. Да, команде сейчас ББ нужно пойти забрать Рошана, а Егис будет у Луны. Тогда Луна сможет спокойно... Ой, Луна пошла у нас Баттерфляй. Тогда Луна сможет спокойно впитать сначала весь урон, а потом БКБ, Эклипс и нарезать пацанов. Так,
Эмбер у нас, чё Эмбер Батл Фури? Ой, Вайпер, Вайпер, нашел пацана. Ху-ху. Ой-ой-ой-ой-ой. Умрет, не умрет. Нет, не умрет. Повезло пацанам. Дазл, медальку проюзай. Дазл! Ну что Дазл делает, пацаны? Ну это ж не профессионально. О, так. Крипочки пушат. Энигма решила забрать этих крипочков. Что у нас Энигма? О, у Энигмы БКБ есть. Блэкхол теперь сбивать нечем. Да, нечем. Так, вот, Луна у нас с Егисом. Блин, у меня сейчас через балкон запах жареной рыбы. Такой противный. А. Так, по голде у нас чуть более 2500 андершуга. На 29-й минуте это ничего не значит. И с... Ой-ой-ой, простите, пожалуйста, по экспе. А вот по голде 7,5... чуть меньше 7500, но это тоже не сильно важно, поскольку команда у нас... На 29-й минуте уже все жирные. Ой-ой-ой, как он вытанковывает. Ой-ой-ой, Эмбер, Эмбер. И Луна просела, все попроседали. Оп-оп-оп, БКБ от Луны. Но Луну никто не трогает, вот в чем проблема. Шейкер, на тебе по башке, отлично. Бам. Простите, что я такой. Оп, минус парень. Так, Луна у нас забрала одного. Ой, Блэкхол в Луну. Ну ничего, можно и в Луну Блэкхол дать. 28-21. Команда Андершуга у нас выигрывает. И процентов 90, что проходит дальше. Ну, как минимум, они сейчас одну сторону должны забрать. И у нас 15 500 Нетвор Соула Стиллера. Это на 1500 больше, чем у Луны. 10 000 у нас у Вайпера. Это топ-3. Что у нас тут у Вайпера? Давно не чекал. Так. А, в Мьёльнир пошел лайфстиллер. Он, походу, слушает мой стрим. Правильно пацан делает. Орчит. БКБ Вайпер собирает. Ну, Энигма с БКБ. Мы это уже видели. Так, парниша Акс у нас. Что у нас у Акс? Пайп есть, да. Я вам не сказал этого. Так, тут Hood of Defense только Владимир и ПТ. Дазл у нас Юла. Медалька. Арканчики, ну не очень. Battle Fury, Poor Man's Shield. Бутылочка и фьюзы у нас у Эмбера. Леон у нас Аганим собирает. Ему последняя часть осталась. Вот, кстати, когда у Леона появится Аганим, это будет очень неприятно, если челы будут в куче стоять. Гуля фармит чужой лес, его сейчас могут наказать. Или он мог бы наказать. Два варианта. А нет, пацанчик собрал дизелятор. Это покруче будет, чем Йольнер. И не слушает он мой стрим, походу. Так, Луна. Что у нас у Луны? У Луны осталось 1000 голды, и у нее будет баттерфляй. А баттерфляй это такая штука. Нужно будет МКБ собирать, чтобы пробивать его. В принципе, лайфстиллер сейчас прекрасно фармит. И поэтому он сможет, думаю, МКБ собрать уже. Скоро, поскольку у него две штуки сверху. Он только купил себе дизелятор, у него уже 200 сверху. Вот это я понимаю. Так, баттерфляй у нас у Луны. Брист отключился от игры, шейкер тоже. Но это, походу, дота лаганутая. Дота, мечта задрота. Шейкер. Блин, Луна. Луна сначала хорошо фармила, крипочков добивала. А Гуля нифига не делал вначале. Ну, пару ФБ сделал, конечно, но все равно. И фармил хреново, и отхватывает теперь Луна. Оп, Эклипс в никуда. Оп. Ну, в принципе, в двоих Эклипс, но... Эклипс разошелся еще по крипочкам. Поэтому... Все было очень-очень... Нехорошо, так сказать, от Луны. Я думаю, стоит уже писать ГГ команде ББ. Ихняя задумка не получилась. Явно. Все лайны, кроме изи лайна, были проиграны. А изи лайн они и так обязаны были выигрывать. Вот во многом зарешал это то, что Вайпер на миду отлично отстоял. Потому что у Вайпера Блэй, Мек и Ганги хороший. 8-3-13 у чела. Что он себе в куре несет? Да, рецепт на БКБ. У него уже БКБ есть. Кираса.
лайфстилера. Мидас, Дизоль, Арвид, Кираса, Башер. Оп-оп-оп, все, минус две стороны, пинг 1000. Ну, блин, что за отмазки? Как-то мне... Ой-ой-ой, как быстренько его разобрали. Застанили еще одного. Луны Эклипса нету, БКБ прожало. Но Black Hole в троих, в четверых, простите, от Энигмы. Это еще одно массовое убийство. ГГ пишет команда ББ. Поздравляю команду Undersugar с выходом в следующий раунд. Там их ждет команда Блин ГГ, если я не ошибаюсь. Подписываемся на меня в Твиче. Ссылочка twitch.tv/lobtv. Всем приятного вечера. Пока.